Новое применение блокчейн в Казахстане. Национальный банк Казахстана анонсировал применение технологии блокчейн для торговли краткосрочными долговыми обязательствами. Как сообщает информационный портал CoinDesk, новое блокчейн-решение позволит розничным инвесторам торговать краткосрочными обязательствами в режиме онлайн с помощью только смартфона и без посредников. В долгосрочной перспективе банк планирует использовать эту технологию для первичных публичных предложений IPO.